Здравствуйте, уважаемые зрители, моделисты. В этом выпуске покажу вам только что вышедший свежий набор по состоянию на 5 марта 2023 года. Набор от Alex Miniatures, легкий плавающий танк ПТ-76Б, артикул А-159, масштаб 72. Ну, мы видим уже на бокс-арте, что входит помимо смоляных деталей в набор еще травление, декаль, ствол точеный, орудие и ствол пулемета. Вот такой, ну и тросики плетеные, судя по всему. Что внутри коробочки? Две инструкции бумажки. Вот эта травленочка. Давайте инструкции для начала посмотрим. Вот детали набора и варианты окраски. И теперь непосредственно на второе, это сборка модели. Кому нужно и интересно, может поставить на паузу и изучить подробно. Вот. Ну, теперь более подробно приступим к изучению набора. Вот такие декали. Фототравление. Как видим, решетки фар можно сделать травленые. Вот как сложены детали и поданы. И вот здесь мы видим решетки фар еще. Это в виде растяжки, то есть это 3D выращенные в 3D детали. Мы сейчас их подробнее посмотрим. А здесь, судя по всему, находится у нас точеный ствол в отдельном пакетике. Тросы. Сейчас. Видите, тросики. Дульный тормоз. Такие прозрачные фары. Точнее, прозрачные стеклышки для фар. И они похожи с насечками. Не очень хорошо здесь видно пока. Также, судя по всему, вот это вот габаритные огни. Ну и, собственно, и фары. Причем вот габаритные огни сделаны, насколько я понимаю, как в прозрачном варианте, так и в непрозрачном. Для тех, кто хочет более привычным способом сделать. А в фарах, видите, есть такие углубления, и вот сюда стеклышки вставляются с насечками. Ну, надеюсь, рассмотрели внимательно. Так. Ощущение, что это не литье, ну, по крайней мере, дульный тормоз мне показал, что он тоже выращен, хотя не знаю. Так, теперь перейдем к остальным деталям. Я буду просто вынимать, показывать поближе. Вот видите, скатка такая интересная. Вот это, насколько я понимаю, для подводного вождения. Вот это, наверное, что-то типа круга. Багор. Вот такие решетки. У меня ощущение, что это как раз вот не отливка. Но я могу ошибаться, что это растяжка. Ну,
Не знаю, ребята, пока не готов. Судя вот по материалу, что это, скорее всего, и то было сейчас растишка, и вот ограждение фар тоже. Вот такие ажурные. Как-то очень аккуратно их с поддержек снимать. Да, скорее всего, вот часть вот таких маленьких деталей, это все-таки выращено в 3D. Вот они. Такие. Угу. Вот смотрите, волноотражающий щиток. Две штуки. У меня ощущение, что, может быть, они чем-то отличаются или просто две штуки положили. Не знаю. Не очень понимаю, почему. Может быть, какой-то каких-то два варианта или просто случайно два положили. Надо инструкцию смотреть. Или там какой-нибудь ранний, поздний. Не знаю, ребята. Так. Еще один слой снимаем. Здесь уже башня. Так. Ванна корпуса. Отлито все очень четко. Без дефектов каких-либо. Так, это боковые части корпуса с балансирами. Каточки. Еще один литник с катками. И вот верхняя часть корпуса. Ну и последнее — это траки. Они сделаны, видите, вот такими секциями сразу же. То есть из двух секций собирается сам трак. Ну, толщина масштабная у нас. Видите, все очень четко, все внутренние, то есть, ну, отверстия все сквозные, то есть не надо будет чистить это облое, облоя нет, все идеально. Ну что, в целом, вроде бы я все достал. Сейчас посмотрим, нет ли там еще чего-нибудь, но, скорее всего, нет. Да, пустая больше коробка. Вот, в целом, очень интересная и давно ожидаемая модель, потому что хорошего ПТ-76, такого совсем копильного, который не требовал бы каких-то, так сказать, усилий серьезных, пока не было. То есть была модель от PST, недавно была модель, и сейчас еще она продается, от Revel, которая стоит по нынешним временам примерно столько, сколько это. Вот. Но Revel они выкупили у китайцев, значит,
Фокса, что ли. Не помню, как она называлась, эта фирма, но неважно. Вот. В общем, Revel выкупил свою вот эту модель ПТ-76. Она тоже не идеально, скажем так. А здесь прям так все очень хорошо. По крайней мере, как мне подсказывает опыт. Вот. Так что осталось только найти время на то, чтобы все это дело собрать. Вот. И, скорее всего, я очень надеюсь на то, что не нужно будет никаких доработок делать. То есть просто буду собирать из коробки. Я уже собирал ПСТ-шный. Собирал я его очень долго. У меня в галерее на коробке он есть. Кому интересно, можете перейти на сайт коробка и посмотреть в моих работах. Вот. Довольно давно я ее делал. Но этой модели у меня уже очень давно нет. Я хотел себе все-таки на полку поставить хорошую копийную модель, получив при этом удовольствие от сборки. Но вот надеюсь, что такую как раз модель я и получил. Получу от ее сборки удовольствие. Ну и еще заказал на их же сайте. Вот, кстати, вон тут есть, кому надо, можете перейти вот этот интернет-магазин или сайт. Ну, вот, и тросики вот такие. 06, 05, 06 это тяжелые танки наши. Ну и на современные, в общем-то. 05 это вот Т-54, что-то типа этого. Вот, тоже тросики взял. В принципе, вот как вы можете посмотреть, как они выглядят. Да, чтоб тоже, если кому-то надо, потому что с Эврикой сейчас тяжеловато не достать. А здесь, в принципе, по доступной цене они продаются. И, в общем, можете их тоже приобрести у них в интернет-магазине фирменном. Приобретал я ее через интернет-магазин. В общем-то, остался доволен покупкой и взаимодействием. Так что, в общем-то, рекомендую. Кто хочет, тот заходите в интернет-магазин и приобретайте продукцию этой фирмы. Спасибо. До новых роликов. Смотрите, подписывайтесь на наш канал.